побывали. Вы бывали в Бадахшане? Не ходите никогда. Вот спою капитану, вы расхочете туда. Я спою о том, как тужит, как перловку ест ножа, как он родине там служит, головой не дорожал. А еще добавить надо, как по взорванным мостам он дошел до Файзабада и навек остался там. Пусть подпиленные пули воют около плеча, парткомиссия в Кабуле объявляет строгача. А за что? За то, что строго запрещает пить Коран. Только он-то, слава Богу, наш советский капитан. Но он живет не по исламу, у него одна жена. Он порой про Божью маму говорит, как сатана. Он суннита и шиита, от бревна не отличит. Ну, хватил какой напиток, но не дерется, не кричит. Так скажите, Бога ради, в чем виновен капитан? То, что служит в Файзабаде на Нагорье Бадахшан. То, что служит в Файзабаде на Нагорье Бадахшан.